Всем привет! Сегодня у нас будет прокачка очередного героя, которого многие просили, хотели посмотреть. Это будет Седна, мы его будем прокачивать на 12-12 и тестировать, какие изменения у нас будут. Вот такая у нас сборочка. Рунами я сейчас поставлю. Давайте поставим, что поставить. Давайте Ремку поставим сразу, чтобы видеть изменения. Медалька. Передача энергии стоит. 8-8 каменка. Созвездиями стоит крит сопротивления. Вот такая вот сборочка. Давайте ее поставим. Вот такие вот атрибуты: 10 тысяч атаки плюс 7,5, то есть 17,5 получается. Жизни у нее не так уж и много, 195 плюс 126. Частота атаки небольшая, скорость движения 255. В принципе, как-то так. Так, давайте ангела поставим. Что делает скилл на 10-м? Давайте будем смотреть. Тут удобней. Наносит урон равный 420% от атаки 5 случайным вражеским целям. Также оживляет троих дружественных героев 100% здоровья. Каждый герой может быть оживлен 100% жизни. И также уменьшает одному герою получаем урон на 60% и увеличивает атаку на 100%. Также восстанавливает здоровье в районе 600% на 11 скилле. Плюс 30% атаки. Плюс одна цель. Это уже очень хороший бонус. То есть она уже бьет не 5, а 6. На атаке фортов будет интересно посмотреть. Так, плюс восстанавливает себе здоровье в размере равном 15% от атаки. Ну это походу как у шапки со скилла будет работать. Ну неплохо, неплохо. Кулдаун у нее небольшой, в принципе. Так, плюс 15% оживляет троих, та-та-та. Ну, в принципе, тут ничего не меняется. Так, тут получается у нас еще плюс 40, 6 целей. Восстановление уже не 15, а 20, и ничего не меняется дальше. Ну, скажу вам, восстановление 20% здоровья, это уже круто. Офигеть. Плюс урон, плюс одна цель, она сразу будет 6 бить все таблетки. Это реально очень круто. Ну что, поехали. Побежали в судьбу. Лунный берег, таверна. Вот наша Седна, поехали. Так, 16 камней. Золото, значки почета. Еще 16. Сейчас мы ее доведем до 19 уровня. До перехода на скилл. Так, вот 19 у нас требует одну Седну. Давайте теперь потестим. Приблизительно посмотрим урон. Она автопрокер. Вот 380 тысяч зарядила. Вот так вот. Это не атакующего плана. Так, стрелок, Афина. Ну, пока живет, пока живет. Так, ладненько, не на этой базе, потестим на другой. Так, вот тут вот неплохо будет. 543. 543, это без крита, там, без всего, это не атакующее. Так, дальше. Так, стрелок. Анубис. Давай, детка, слей их.
Ну, конечно, стрелок, как обычно, мешает. Если бы поставили воодушевление рунами, то, в принципе, было бы поинтереснее. Ну, тут мы, я сразу смотрю, какой урон. Так, так, так. Ух ты. Ничего себе. Вот это ультанули. Ну, мы тоже неплохо бьем. Конечно, в таких случаях ставить лучше пятое воодушевление. Тогда она пока дойдет, она героев уже снесет давным-давно из-за стана. Давай, ультуй. 200, ну, тут как-то уже поменьше. А, тут есть еще одна вражеская седна. Вот так вот. Так, ворожея, ну, без хранитель. Ну вас нафиг. В общем, побежали качать на 11-й. Посмотрим уже на 11-м, какое изменение будет. Так. Есть. Смотрим на нее. Шесть целей, 450, 15% восстановления. Ну, сейчас посмотрим. Интересно очень. Это что было, восстановление или что? 107. Непонятно. Конечно, со стрелком тестировать одно удовольствие. Так. Фрейя, да? Ну, против Фрейя тут без понтова. Сразу бьет всех, как видите. Все 6. 460. Ну, неплохо, неплохо. Хоть у нас не особо там вырос урон, но все же 6 целей плюс процентуальный урон. Ну-ка, давай, покажи класс. Ну, 530 по хранителю. Офигеть. Ну, круто, круто. Она помимо того, что восстанавливает так жизни, так она еще и хилит себя теперь за счет своего умения в 20% жизни раз в 3 секунды. Я не знаю, раз на раз теперь будет очень интересно ее потестировать против какого-то героя. Ну-ка, хран. Покажи класс. Бедолага. Вот смотрите, как ее хранитель. Вот ультанул. Это мы общить сразу половину жизни себе сняли. Нифига себе. Вот так вот, ребята. Хранитель восстал из мертвых. Надо качать хранителя опять. Со стойкостью. Так. Так, 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 ну-ка тут потестим. Ну-ка. Давай, ворожай с четвертой ремкой. Да запарили эти стрелки уже, ей-богу. Ой, как хорошо мы убились об хранителя, от отражалку. Это при том, что у нас стоит... Не стоит крит, не стоит там атакующий талант. Офигеть. Что это было, вообще непонятно. Как видите, дамага уже немерено просто. Так, о-о-о-о. Тут это интересно будет, смотрим. Дрейк вообще сдулся сразу. Охренеть. Смотрите, какой отхил у нее. Кайф.
просто кайф. Ну как-то вообще жестко. Аж странно. Где же каменька, что так пробивают? Так. Ну тут, конечно, она жестко трешует. Ну, уже 6 целей, сразу все 6 таблеток бьет. Это круто. Представляю с бэвашным талантиком, как она будет смотреться. 6 целей сразу. Правда, любая отражалка, хотя и тут любая отражалка, и все. И она мертвая. Ну, круто. Так, ну что, побежали на 12 качать. Сейчас надо подфармить 6 миллионов золота. Что-то мы увлеклись. Да, герой и так был достойный, а с 12-12 я даже боюсь представить, что это будет. Реально хорошо будет смотреться на БГ, надо будет ее однозначно затестировать. Так, ну-ка, Минотавр, ее. А, и тут у нас еще. Тут у нас еще немножко юнитов было. Так, есть, 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 есть. Давайте качаем дальше. Как хорошо, когда все камни в запасе есть. Все просто жмакаешь и все. Так, есть. Ну вот она 40 уровня, максимальная прокачка. Ну, думаю, сейчас будет очень интересно. Давайте уберем у нее ангела. Посмотрим на ее максимальный отхил. Что она нам покажет? Так, слон, давай спасай ее. Так, одержимый. 590 тысяч одеру прилетело. Ну, вообще супер. 200. Ну-ка, отхил какой? Всего-то 19 тысяч отхила? Ну, смотрите, одержимый. Вторая эволюция просто сдулся. Вообще на изи. Да, ребята. Это вам не это. Круто. Достойно, достойно. Так, хранитель Фрея, неинтересно. Стрелок. Вот что-то попроще вроде. Вот смотрите, какой там 290 с чем-то тысяч сразу обратки нам прилетело. Но она себя хилит неплохо, плюс 112 тысяч. Хорош.
70 тысяч. То есть у него получается где-то 112 тысяч от хила раз в 3 секунды. А вот об хранителя даже с таким талантом, с каменкой, она просто себя слила. То есть это ржалка там 70-80% и все, героя у вас нет. А вот тут 483 по бигфуту. Офигеть. Все, бигфут, до свидания. Конечно, нас тут сейчас Фрея задамажит, но все равно сопротивляется чуть-чуть. Хорош, хорош. Да, и 112к себе отхиливает, тоже неплохо. Да, без, как видите, чуть-чуть не хватает воодушевления, чтобы ультовать. Но смотрите, как хранитель расходится. Просто дико. Ну, что я могу вам сказать, ребят? Годненько, годненько, реально. Смотрите, уже внутрь забежала. Ну все, тут арест сейчас должны ее просто завалить. Ну, годно, годно. Однозначно качать надо. Конечно, жалко кулаков, но надо. 6 целей. Смотрите, как жестко просто. Сразу всех. Да, это во мне это. Ну-ка, хранитель, давай с горгулом затащите. Да-да, конечно. Ну там Граул хилит 23 тысячи. Смотрите, хранители отхилил. Интересно, смогут убить? Она тоже себя неплохо хилит. Это при том, что на ней ангела нет. На ней всего стоит этот слоник. Но от хила ей хватает, чтобы их держать. Хорош. Аж интересно стало. Будет ее потестировать в PvP локациях. Смотрите, почти Гаргула слила. Сейчас еще одна ульта и Гаргула улетит. Не успел отхилиться. Но это жесть, конечно. Ну какой-то у нее странный рандомный урон. То бьет, то не бьет. Не могу понять. Кулдаун одинаковый же должен быть. Все, хранитель, до свидания. А теперь смотрите, как она сейчас расправится с Гаргулом. Пятьсот тридцать, охренеть. Раз, два, три. Ульта. Полетела ульта. Да. Ну как вам? Как вам такой геройчик? Ну, в принципе, все. Особо тестить дальше смысла нету. Вы и так уже видели на нее тесты. Ну, реально, качать на 12-12 есть смысл. Разница очень большая. Плюс одна цель. Плюс отхил дополнительный, плюс урон. Достойно. Реально достойный герой получился. Все, подписывайтесь на канал, ставьте комменты, пишите комменты, ставьте комменты. Всем по такой сильной 12-12. Герой стоящий. Все, всем пока.